Здравствуйте, ребят. На днях я решил вот здесь вот подшипнички смазать или поменять, в общем, открыть вот это вот. Это у нас тут каретка под квадрат. Так я еще никогда не ремонтировал, поэтому хотел видео снять. Но хорошо, что я не начал видео снимать, потому что там бы получилось не то, что там 16-18, а было все 20 плюс бы было. Или 20 минус. В общем, я вот тут замучился. У меня вот такой, я специально думаю, раз у меня такой велосипед с таким этим, этой кареткой появился, значит, я купил вот такой вот себе съемничек. Вот, видите. Ну, что получилось? Вот это ж... Это же надо вот это, этому изобретателю, который это делал, вот этот вот ключ, ему на голове разбить этот ключ, потому что он сделал, смотрите, из жести сделанный. Вот, видите, жесть, обыкновенная жестянка, вот он. Начал крутить, и оно все тут полопалось. Вот. Значит, я вот эту вот педальку, этот вот, как его, шатун, снял хорошо, вот это вот. Закрутил сюда съемничком, все это снял. А ту сторону начал, закрутил, кручу, все нормально вроде бы. А оно тут резьбу вырвало у меня, вот этот ключ. Видите, разорвался. В общем, пришлось мне вот так, с той стороны, вот сюда, между шатуном, ну вот там вот, вот она сюда, звездочкой, между звездочкой и вот этой гайкой забивать зубину. Зубило. Ну, как вот, помните в этом анекдоте, с помощью зубила и молотка еще какой-то матери, вот я снял это. А это я не мог снять, потому что вырывает вот эту вот резьбу, вырывает и все, ключ лопнул. Вот, пришлось мне там мудрить. В общем, не получилось мне. Снял я, значит, вот это вот все. Подшипничек нашел я, смазал, все поставил с той стороны, вставил, а здесь вот начал вот, закручивать, вот эту закрутил, а она там, смотрите, о, даже нету здесь вот, нету тут резьбы, чтобы законтрагаить, видите, это что же, это какие-то идиоты делают, но сделай это, чтобы гайка, вот эта гайка, вот она, была не то, что она длиннее, а там как-то или вал надо было там чуть по где подшипники садятся, пошире сделать, чтобы вот это вот выступало. А то, смотрите, вот, закрутил до конца вот эту гайку, вот видите, и болтается. Беру эту контрагайку, накручиваю, вот, а она тонкая. О, и резьба срывается вот это. В общем, такая мудреность тут, что я же говорю, там 20 плюс не выдержали в этих моих видео. YouTube там бы заблокировал все на свете. Вот. И пошел я в магазин. В магазин пошел. Рассказал свою историю. Ну, взял подшипничка, вот она, про запас таких вот. Думаю. Дай-ка я про запас возьму. Ну, я такой говорю, гайка есть такая, контрагайка. Он говорит, только бэушная. Вот взял бэушную, не знаю. Попробую туда еще поставить бэушную. Попробую вот так ее сплющить. Он говорит, не компасируй мне мозги и себе, а возьми вот такой пром. Ребята, кто такой ставил? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это такое, как оно работает, если вы пользовались. Вот, отдал я 300 гривняков. Вот, я говорю, вот это вот он говорит, собирать будешь туда-сюда. Я посмотрел, говорю, как я буду его закручивать. Это здесь. А он говорит, а вот есть такой вот ключ. И этот вот ключик еще у меня за 70 вот я взял. В общем, вот 70 гривняков за этот ключ еще и вот это. В общем, получилось у меня 3 подшипника. Я брал один образец. 3 подшипника по 15. За это он, это 45. За вот эту бэушную гайку он пятерку взял. Вот это 70. И это 300. И это получилось у меня 420 гривняков. Я отвалил за вот это вот все. Ну, мне самое интересное, ребята, кто вот такую вот штуку ставил, вот, расскажите, как она в работе.
А, еще ж думаю, вот этот вот, где он у меня, съемник, вот ключ же поломался. Вот этот вот, это мудреность вот это вот. Мудреность. Так что пришлось еще такой ключик на 16 взять, вот он. Видите, потому что вот здесь вот, вот это вот, под 16 ключ. И вот здесь вот я ключом на 17 начал крутить. И что сделал? Сюда, думаю, да побыстречку между ключом я сюда вставил лезвие ножа, и нож поломал свой благополучно. Так что потери у меня очень хорошие. Ну ладно, не в этом и дело. Дело в том, что я вот это у меня про запас есть. Если вот эта гайка будет откручиваться, вот это у меня будет болтаться. Вот, видите, значит... Ну, вал там. Если бы вал вот это, где подшипники, был бы поширше, она бы, эта гайка была бы выступала сюда. А то что теперь, брать вот тут, срезать раму, что ли, чтобы поэтому ближе были туда. Ну, это вообще, я говорю, делают... Ой, этих конструкторов бы на голове пим бы, бил бы это все. Ладно. Наговорил, разволновался, потому что вспомнил, как я это все творил. Вот, и пришлось он пойти всего еще накупить. Нужного, ненужного. Ну, ладно. И вот этот вот ключ. Вот такой вот. Ладно, ребята, рассказал. Давно не снимал про велосипеды. Так что вот так вот получилось. Ну, а вы пишите в комментариях, как у вас происходит ремонт и как вы что делаете. Вот, будет и очень интересно почитать ваши рассказы. Так, благодарю вас всех за внимание. Удачи всем. До свидания.